Начиная школа Мидрича, Сайлент Хилл. Что он делает? Ладно. Ах вы! Нифига себе, два человека справа и сзади. О боже, что происходит? Ты чё? Ну пусть меня собрался, да? Нарушил. Хорош. Так, а тут я вообще не понял, куда это он ушел. Тут я уже сломал, отлично. Надо бить. А то я так бескачусь, буду за ним бегать, вот правда. Тебе надо бить М1 лучше. Шутка. Ну, да, это фейк хреновый, я бы сказал бы, да. А ты откуда тут появился? Давай лучше за ним. Давайте за ним. Он, мне кажется, попроще. Поймал. Не его осталось ловить. Подойду поближе. А то я так не дотянусь. Отлично, еще порядку выбил. Вообще хорошо. Слушай. Он его поднял из всех, поднял его именно он его. Ой. А я хорош. Ну можно без ослепления, а? Пожалуйста. Спасибо. Дайте мне слепить. Это нагло. Не рано. Наверное, слишком рано. Начинаю бензопилу заводить. Давай свети фонариком. Свети. Ну что ты не светишь? Свети давай. Давай свети. Тогда давай вторую стадию давай. Все. Так быстро полечили его, серьезно? А вот ты мне вот... А, у него спринт, окей. Вот ты мне нужен. Ничего не было. А что я мог врезать так? Ты можешь уже сдохнуть, а? Ну серьезно. Там за меня чили какой-то еще бежит. Уже вон свой генов вычинили. Лучше его бить так. Я иначе не догоню его никак. А теперь вот так. А, не расфейкивается, да? А он не хочет скидывать, блин, да плохо. Теперь он будет тут бегать по кругу. Он такой просто душный, я херею с него, это душнило. Это издевательство какое-то. А он решил тут? Не получилось. Наебал.
Не, на кого надеюсь же, да? Да, ну доношу. Так, вроде нормально, кстати, так. Ага. Значит так, сейчас будет, да? С двух сторон будет, что ли? Или как? Где отсюда? Даже зажму тебя. Он будет там упасть. Ну все. Чем стоит спэм? Поймал, наконец-то! Боже, какой он душнивый, я офигею с него. Надо мне обязательно именно из всех именно его убить надо. Если у него, конечно, нет никакого там самоспрыга. Будет хорошо, если у меня никакого самоспрыга не будет. Хотя вполне может быть всего-то с скиллом. Мне главное его убить. Того даже пытаться не буду поймать. Даже пытаться не буду. У него может быть самоспрыг. Не, нету. А где моя опять бензопила? А, нельзя, к сожалению, использовать одно и то же. К сожалению. Нельзя использовать снеговики. Обидно, обидно. Обидно довольно. Я просто решил попробовать поиграть через снеговиков, типа бензопилу заряжать типа во время этого. Того, как в снеговике сижу, но, к сожалению, походу игра не позволяет так делать. Очень жаль даже. Очень даже жаль. Чего не покнимпить, а? Спасибо. Оп, снеговичок, здорово. А ты чё? А ты что делаешь? Братан, ты же не это... Ты чё, дед? Ты только нет, не вставай, дед. Вставать только не надо. Отлично. Разбил. Не думаю, что он успевает. А, не, он успевает. I kill you. I kill you. А, черт. О, у него орех есть. Только он почему-то не в тот тайминг попал. Он почти получилось. Хорошая попытка. Nice try. Но ты умираешь. Ну, доигрался. Нечего пытаться как-то меня оглушить странным способом. Где-то поймал.
Спасибо за палетку. Ням. Найс. Поймал еще раз. А куда этот убежал? Ага. Он решил втопить. Далеко-далеко. Ладно. Похоже, нет. А чем палетку скинул? Найс, не успел. Давай зайдем сразу. Есть! Поймал. Я, возможно, не донесу его. А, не донес. Вообще не тут. А где? Они вообще не сидят. Может, они в... Как они крутятся? Опа. А что это за точка тут? Братишка, я тут в гости пришел к тебе. Я просто проверил, видел, что там. Не получилось, не фартануло, да? Ну, он пытался от меня убежать, пытался. Попытка засчитана, попытка. А, он самовыпидывается, я понял. Он самовыпидывается, короче. Он хочет сдохнуть. Я его понял, короче. Он нашел. А, ну... Ладно. Еще, перед тем, как закончить видео, я посмотрел, снимал ли... Не стримил ли этот... Джи Ау Йен. Он, к сожалению, не стримил. Поэтому... Не показывал, как он... Играл после меня. К сожалению. А еще меня тут вызывают на дуэли 1-1 в CSGO. И почему-то называют меня нубом. Хотя хорошо сыграл вообще, то есть что... Ну, это обидно. Бубас такой не одобряет. Бубас одобряет крысить под крюком. На этом все. Поиграл за Бубасика. Поубивал парочку людишек.